Начался 2020 год, и у владельцев советских вкладов снова возникает вопрос, кто может получить компенсацию. В 2020 году банки выплачивают компенсацию по вкладам, открытым до 20 июня 1991 года и действующие на тот момент. Компенсацию по вкладам, открытым позже указанной даты, а также закрытым с 20 июня 1991 года по 31 декабря 1991 года не выплачивают. Далее рассмотрим, кому положены выплаты. В 2020 году компенсации могут получить вкладчики, являющиеся гражданами России. Также на выплаты могут надеяться наследники вкладчиков по 1991 год, а также лица, в том числе наследники, осуществляющие оплату ритуальных услуг в связи с кончиной вкладчика. Выплаты проводятся из средств федерального бюджета. В том случае, если выплаты были получены в 2010 году, на выплаты в 2020 году можно не претендовать. Согласно постановлению номер 1092, повторные выплаты не выполняются. Выплаты также можно получить по вкладам, открытым на ребенка до 91 года. Размер компенсации следующий. Вкладчики до 45 года рождения получат в трехкратном размере от остатка на 20 июня 91 года. Вкладчики 45-91 годов рождения получат двукратную сумму от остатков на 20 июня 91 года. Размер компенсации зависит от срока хранения вклада. Если ранее были получены выплаты, их сумма минусуется из начисленной. Для получения компенсации достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, и сберегательную книжку. С документами оформляется заявление. Чтобы как можно больше пенсионеров узнали об этом, мы просим каждого из вас поставить лайк. Если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски.